На такая небольшая зажатость пока присутствует, но вот сейчас... Поединка. Здесь очень неплохо работает. На 5 лет больше. Приятно, потому что если пойдет кровь, то она будет заливать глаз. Меня не подводят, и это очень интересно, как спортсмен из силовых видов спорта переходит вот так вот сразу. Сразу в атаку лезет. Но как бы Вячеслав тот старается он раскачивать, чтобы сократить дистанцию. Хорошо, передней рукой встречает соперника Вячеслав. И есть попадание с обеих сторон. И здорово! Жесткий обмен! У канатов, мне кажется, пережил этот стартовый натиск сейчас. Приятно, потому что если пойдет кровь, то она будет заливать глаз. Просто Алексей! Да, это нокаут. Это нокаут, конечно же. Артем хорошая двоечка. Сейчас. Очень неплохо, да, но такая небольшая зажатость пока присутствует. Но вот она сейчас попадает хорошо от нее справа. Не осталось и следа, потому что посмотрите, какая работа идет, да. И падает здесь Артем Кравченко. Сейчас Артем. Есть попадание. Да, и загуляли колени откровенно. Артем, да, надо ему восстановиться. Позволит ли? Падает! Хороший левый сбоку в исполнении Ивана. Иван сам взял паузу. Еще раз с левой на скачке. Но опять же, Артем очень мужественный, очень стойкий парень. Здесь просто перекрывается, и Иван отрабатывает и падает. Все, и выбрасывает полотенце. Конечно. Отлично контролирует. И вот есть попадание с правой руки в исполнении Рафаэла Али. Это ориентир в этом поединке, потому что, безусловно, сбил, конечно, прицел. Но сейчас попадание еще Я одно. Думаю, сейчас же Рафаэл будет сам поддавливать. Он же даже не будет ждать, когда подойдет соперник. Да, мощный удар рукой. Третий, наверное, мне кажется, что, в принципе, здесь можно. Если... Вот, заметь сейчас, кстати, Рафаэл сейчас сказал секундантам. Все, это остановка. Исмаила, что он не сможет продолжать, ну и на этом. Все. Посмотрим. Алан работает с правосторонней стойки. То, что я видел в поединке Алана в прошлый раз, очень сильно меня впечатлил, потому что очень техничный парень. И вот этот стартовый напор Дмитрия его не смущает, хотя продолжает Муратов идти. Главное, что нужно делать против технарей. Который был великолепным левшой, многолетним чемпионом WBC в среднем весе, который пытается действовать. Примерно в той же манере. Сейчас хорошо зашел. На ближнюю дистанцию, правой снизу. И тут же еще одна серия. Просто Дмитрий перекрывает. Дима хорошо справа, кстати, попал. Да. Дмитрий старается брать не количеством, но качеством. Потому что у него удары в основном все силовые. Сейчас отрабатывать на ближней дистанции. Видимо, использует головок снизу. Да, такой интересный. Ленивая перкотика. Здорово провалил оппонента Алан. Ну и вообще, я думаю, что чем дальше, тем до техничного состояния. Еще. Постарал под номером 2. С таких спокойных ударов передней рукой принимает центр опять ринга. И очень хорошо стреляет вот этим джебом Алан, причем он попадает, он раздражает соперника этим, вынуждает его идти вперед. Честно говоря, не понимаю я, почему Алан работает размашистыми боковыми, когда и угловые ему подсказывают снизу работать, и Дима показывает то, что от боковых он хорошо перекрывается, но вот удары снизу как раз-таки может пропускать. И не понимаю, почему Алан до сих пор не перешел на такой метод ведения поединка. Здесь очень неплохо работает. Удар после команды. Удар после команды был. Очевидно, что действительно плохо, да? Потому что мы знаем... Да, извинился Дмитрий, и бой продолжается. Причем из левого шага не начинает. Хорошо, так работает обмен ударами. Слушай, ну Дима тоже красавчик, несмотря на то, что силы, что он машет. Да, причем еще одна серия в исполнении Алана, заходит он на блин. Поднаелись, парни, перекрываются. По корпусу хорошо пробил Дима. Да, кстати, вот Дмитрий начал использовать удары по туловищу именно во втором раунде. Мы знаем, что удары по корпусу очень сильно сказываются на функционале. Так, и все. Раз от боя. Корней как легок в передвижении, справа хорошо. Бросается на соперника Корней, откровенно бросается, и нужно Дмитрию этим пользоваться. Здесь... Диме на 5 лет больше. Попадает! Сейчас! Дмитрию нужно просто не выключать ноги. И великолепный удар слева, прям провалит. Больше пытается идти вперед Дима, сейчас попадает слева. И отвечает Корней, очень мягко есть у Корней, но такие локальные. И вот здесь на ближней дистанции зарубились и падает Корней. Просто, кстати, у многих бойцов. Он просто дерется. У многих бойцов, которые выступают.
Такое подобие Супермен Панча было от Тимура. Именно в этот момент можно как раз-таки нанести нокаутирующий удар, как раз когда и соперник не ждет. Хорошо цепляет соперника сейчас. Хорошо, сейчас, кстати, на... О, слева! Хорошо! Еще одно попадание слева! Да, пристрелял этот удар прямо. Тимур Артемий идет вперед с опущенными руками. Да, и подходит без удара. Вау! Хорошо, на выходе из клинча. Устал уже Артемий явно, да? То есть, казалось бы, начали в таком высоком темпе. Достаточно плотный поединок, много ударов. И, конечно же, тут не грех задышать. Есть попадание. Руки поднял. Еще раз левый сбоку, очень опасно. И правый попадает, и правый снизу. И левый сбоку там. И сталкивает соперника Тимур. Арианская впадина, а не рассечение. Сейчас у Тимура и продолжает работать Артемий жестко. Глубочайшее рассечение, и там его замазать и будет сложно. Видно, что подустал, уже совсем мало времени до конца раунда, и обмен ударами в концовке. Попадает между рук Тимур. Но рассечение... Вызывает Дмитрий Вилуевич врача, необходимо осмотреть рассечение у Тимура. Действительно, он-то в любом случае не будет сдаваться. Тимур, но опять же, да... Попадание справа в исполнении Артемия. И еще наваливает. На ближней дистанции левый сбоку. Еле там стоит Тимур. Переход в партер. С обзором. И хорошая двойка в исполнении Тимура. Артемий попал. Остался стоять на ногах. Сейчас снимет с боя просто. Все, остановка. Это остановка, да. Тут у Дмитрия Валуевича не забалует.